Russian travel blogger Denis Zotkin shows western part of St. Petersburg, Russia, and is going now towards the harbor at the Baltic Sea. Rusų kelionių blogeris Denis Zotkin rodo vakarinę St. Petersburgo Rusijoje dalį ir eina dabar link uosto prie Baltijos jūros. Русский блогер-путешествий Денис Зоткин показывает западную часть Санкт-Петербурга и идет теперь в направлении порта на Балтийском море. I comment his video, link to which I provide below. Комментую его вайздо ираша, нуорода и куря потейку жемел. Я комментирую его видео, ссылку на которое даю ниже. I claim that in spite of he is as patriotic as Аполлинария Гордиенко, nevertheless, he is put under surveillance by Russian Federal Security Service and the police. Aš teigiu, kad nepaisant to, kad jis yra toks pat patriotiškas kaip Apolinarija Gordienko, tačiau ji taip pat seka Rusijos federalinė saugumo tarnyba ir policija. Я утверждаю, что хотя Денис Зоткин также патриотичен, как Аполлинария Гордиенко, тем не менее, за ним тоже следят Федеральная служба безопасности и полиция. Now please find in Zotkin's video minutes 10:09. Dabar prašom susirasti Zotkino vaizdo įrašą minutę 10:09. Теперь прошу найти в видеофильме Зоткина минуту 10:09. Far ahead in the background, to the left of the left flag mast, dark-dressed person is visible, while the second one will just be visible at the second from the right mast. Толи приекия, толемесняме планя, герокой кайрел уж кайрии велеву стулпа, ира матомас тамсе апсиленгес вирас. О антрасис туйбус матомас шаля антро иждешине стулпо. На дальнем плане впереди, левее первой слева мачты для флага, виден одетый в темное человек, а второй такой же будет сейчас виден рядом со второй справа мачтой. He is already looking at Denis. Jis jau dirsteli į Denisą. Он уже поглядывает на Дениса. And moves to intercept him. Ir pajudėjo susidurti su juo. И сместился, чтобы столкнуться с ним. Почему-то расфокус идет в камере. Сейчас, вот, все, да, нормально. Это та самая магистраль, километров 40 эстакад и мостов, которая над Невской губой. It's minus 16 degrees Celsius now. Дабар минус 16 лайпсню. Теперь минус 16 градусов. Did that man went away? Ar tasai vyras nuėjo? Tot mušina už aušau? No, he was watching Denis patiently. Ne, jisai kantriai stebėjo Denisą. Нет, он терпеливо наблюдал за Денисом. Once again, дар карта, еще раз. And turned away immediately, и лишь карту нусигрежи, и сразу отвернулся. Thank you for watching. Share my channel. Ачу, кад жюреете, далинките с мано каналу. Спасибо за просмотр. Делитесь моим каналом.